Вот такой новый корпус мы получили. На вид очень маленький. Напоминает какую-то печеньку, мороженое на вафельках, как будто бы. Вот откроем крышечку. Открываем. Стеклышко тонированное. Вот такой небольшой. Интересно. Весь продуваемый изнутри, сверху. Места, конечно, будет мало под кабель менеджмент, но надеюсь, что все получится со сборкой данной комплектации. Вот на этом наш небольшой. Вот такой получился мини-компьютер в маленьком боксе от Aerocool. Очень небольшая конструкция. Практически можно под мышкой перетащить этот блок. Очень маленький, интересный. Но пришлось немножко попотеть, чтобы засунуть такой большой кулер и разместить все провода с обратной стороны. Вот, установили SSD маленький и старый диск 2,5, который просто валялся. Вот. Видеокарты нет, потому что есть встроенное видеоядро. Этого вполне достаточно на данное время. Кулер за очень привлекательную стоимость в магазине онлайн трейд со скидкой 1400 рублей. Когда в других магазинах, например, Технопоинт, данный кулер стоил 2775 рублей. Вот. Работает довольно-таки не шумно. Очень продуваемый хороший корпус, так как он продувается из передней части. Два вентилятора на 120, на самом кулере 120 вентилятор и на выдув 120, и еще пятый в блоке питания. Так что и еще сверху все это дышит. Так что воздух здесь ходит как положено. Вот такой у нас товарищ получился. Уже установили Windows 10. Так что все работает. Всем спасибо. Пока.